Hey yo guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху под названием LEGO Batman Video Game. И у нас тут остается в основном лишь последний уровень, это пятый. Умереть от смеха. Погнали. Харви. Пускай оно, короче, немного пройдет, я после этого зачитаю. Все, если бы только весь Готэм был так прекрасен, Харви, так пуст и просторен. Мы неплохо повеселились в последнее время, не так ли? Но главная шутка еще впереди, и смеяться мы будем над Готэм Сити. О да, газ! Ха-ха-ха-ха! А я не знаю, как его породить, просто голос Джокера самого. А мы идем в церковь. Что-то немного чучело изменило, перекосило. А если Харви нормально 100 лет, хотел сказать, потом я понял, что нет. Так, двойной прыжок у нее есть, значит все в порядке. Так, спецназу уже все. Все в деле. Так, этих я убил. И все не все. Ладно. Блин, мне нужно того уничтожить. Всё, чтобы он не мешал просто. Ой, сори. Ебать. Харви уже сразу сверху залезла. Как раз ты мне нужна здесь. Блин, вот то, что они сальто назад делают, это херово. Потому что я могу типа нас зажать. И вот она так делает, то упадет. Так. А как мне есть? Ой, тихо. Фу, я чуть не тупанул и спрыгнул вниз. Ах ты ж, ё-моё! Ладно, окей. Попытка номер два. До конца доползаем. Вот так. Так, Джокер. Твое время пришло. Мы скорее тоже сейчас будем забираться наверх. Как мы делали это с Робином Бэтменом? Ну, с Робином Бэтменом мы уже сразу залезли наверх. Чё? А, это было временно, типа, спасти? Или что? Тихо, ну-ка. Ладно. Это лифт вниз. Вниз нам не нужно. Нам нужно сейчас только наверх. Тихо, нормально. Расстрел. Харви, поедь. Давай ты. Почему Джокер лезет? Ладно, Джокер. Хорош. Чё? А, Харви нужен. Ладно, я понял. Джокер будет меня ждать. Сам, давай ты пролезешь ко мне. Я понял, он не умеет лазить, потому что он падает. Хорош. Джокер молодец. Ладно, опускаем лифт и едем дальше. А нет, мы едем немножко повыше. Да, считайте немножко. Да, поехали. Так, все. Так, Харви нет. Ладно, плевать. Блин, я вот постоянно так меняю, блин, одно хп остается, и меня все равно убивает. А кто из, типа, из героев может на горячие объекты садиться? Я что-то ни одного такого не увидел, если честно. Так, на это можно повиснуть? Нет? Или да? Ладно, тихо.
Ладно. Не буду больше так менять. Просто не хочу падать в самый низ. Так, поехали. Мы сейчас откроем себе дверь. Побежали, Харви. О, мы уже на колокольне. Как-то быстро. Ой, боже. Нет, все, Харви, извини. Ты слишком медленно. Медленно. Джокер, что ты делаешь? Ладно, Харви. Джокер немного упоролся, и он начал... Вот эти гери, боже, как они меня бесят. Окей, хорошо. Пока что оставим это в покое. Вот это место. Наступается, нет? Нет, оно ничего не дает, даже если я наступлю. Тупая Харви, харе так прыгать. Что это? Рычажок делают? Для чего? Все, я понял. Джокеру там нужно что-то открывать или нет? Да. Тут какой-то еще мини-механизмик. Ладно, построим Джокеру. Давай, Джокер, ползи ко мне. Сразу построю. Сначала построю, потом это взорву, если это взрывается. Но мне кажется... А не. Это электрическая херь. Окей, значит, теперь я здесь. Так, достраиваем. Ничего нету, значит, здесь что-то есть. Да? Здесь тоже ничего нету. А, странно. А где тогда проходит туда? Или что мне нужно сделать? Подожди, Джокер, встань. Погнали. И по сути это все. Сейчас мы дозорвем этот механизм, и это конец серии и конец прохождения игры. Последний белый коп, последняя постройка, и останется только активировать, это может быть все. Да. Все. Это конец сюжета за Джокера. Собрано монеток. Нужно будет сейчас посмотреть, сколько. А, почти лям. Ну, почти. Как раз это уйдет на покупку персонажей, на покупку X, собирание монет, все такое. 42%. Механики. Ну что? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И увидимся в следующей игре. Следующая игра у нас будет, наверное, это Лего Индиана Джонс. А дальше мы разберемся по пути. Поэтому всем пока.